то меня найдут и просто грохнут. Поэтому это реально какой-то уже, знаете, аутла... Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вместе с вами мы будем продолжать проходить самую страшную хоррор-карту в Майнкрафте. Мне уже страшно, на самом деле, да. А вот, кто помнит предыдущую серию, тот огромный молодец, а кто ее не смотрел, то я оставлю ссылочку на нее в описании. И, ребята, ставьте прямо сейчас огромный палец вверх на вот эту серию, если вы хотите продолжение. Если мы наберем 15 тысяч лайков, то я обещаю то, что выпущу еще одну хоррор-карту. Поэтому ставь лайк, если любишь хоррор-карты и любишь, как Эдисон пугается. Поэтому, ребята, мне кажется, то, что нужно выдвигаться. На... Опа! В смысле? Офигеть! То есть, как я говорил в предыдущей серии, то, что в данной серии нам нужно будет прятаться под машинами. Потому что, если я... этого не буду делать, то меня найдут и просто грохнут. Поэтому это реально какой-то уже, знаете, аутла... Ты сука, блядь! Так. Такой хрени я, честно вам скажу, не ожидал. Вот такой хрени я не ожидал. Вообще не ожидал. Так, хорошо, хорошо. А что это, мать, вообще было такое? Тут, блядь! Так, ребятульки. Это какой-то уже чересчур, мать его, хоррор. Просто чересчур какой хоррор. Кто-то топает! Кто-то топает! А я не хочу отсюда вылезать, потому что я обосрусь! Это нереальные какие-то скримеры, охренеть просто! Так, 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 тихонечко, я еще вылезаю! Тихо, тихо, смотрите, смотрите, вот он, вот он, вот он! Нет! Как я вообще могу его заметить? Он просто появляется из ниоткуда и пугает меня до усрачки. Так, тихо! Ребят, я вам скажу честно. Да это жесть какая-то! Нет, 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 пожалуйста, я иду прятаться под машиной, я иду прятаться под машиной! Это просто охренеть, это пострашнее какого-то там Outlast или Resident Evil и прочей вот этой фигни. Я сейчас обосрусь. Вот чего-чего, ну таких нереальных скримеров я точно не ожидал. Это 100% Антоха с прошлой серии, это 100% Антоха. 100% это он за мной подглядывает. Я ему, наверное, денег не отдал, поэтому он сейчас за мной подглядывает. Хочешь меня грохнуть, Антоха, не пугай. Антоха, пожалуйста. Тихо! Нет, он... Ребята, кто не знает, этого скримера зовут Антоха. Это мой старый знакомый, мы с ним еще со школы дружим, да. Но что-то мы с ним не поделили, как я понимаю. Он убил Петровича с прошлой серии, который любитель манекенов, любитель игрушек для девочек. Но, ладно, это было в предыдущей серии. В этой серии это все, что было в предыдущей серии, остается в предыдущей серии. Так, то есть мне нужно вот так перебегать с машины в машину? Это жесть какая-то. Когда вот эти звуки появляются, типа... Это значит то, что мне нужно прятаться, как я понимаю. Как я понимаю. Потому что если нет, то это жопа. Если он может на меня в любой момент выпрыгнуть... Нет! Уйди! Фин, нечистая сила 666! Кто сатану вызвал? Кто вызвал сатану, у меня такой вопрос. Это просто охренеть.
Ой, так. Я еще и засыпаю, потому что я целую ночь не спал нафиг, так что пускай этот Антоха куда-то уйдет, а у меня просто энергии нету. Пускай Антоха тут побегает, а я еще вернусь. Сейчас все будет, сейчас все. Арбузы. Эй, Зонагис, давай, нам нужно ролик записывать, ну быстрее. Ой, Жека, я вырубаюсь. Давай, взбодрись, нам нужно ролик записывать. Да какие взбодрись, я уже 3 кружки кофе выпил, какие взбодрись. Ты думаешь, кофе тебе поможет? Вот, держи. А что это? Это тонизирующий напиток. Да я не пью такое. Он с манго-маракуйя, он офигенный. С манго? Да, попробуй. Можно попробовать. А он вкусный? Он очень вкусный, главное, взбодрит тебя. Да, давай. Давай, кофе не буду я больше кофе пить, если тут такая энергия есть. Так, хорошо. Антоха, выходи! Surprise, motherfucker! Не-н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 е-
его видел. Он прям сзади меня стоял. Но у меня как-то получилось от него убежать. Антоха, Антоха, не надо, пожалуйста. Я как бы понимаю, что мы с тобой многое не поделили. Не беги там за меня, не надо бежать. Все равно не догонишь, все равно не догонишь. Чё за самая страшная карта в Майнкрафте? Такой дичи я еще не видел, я вам честно скажу. Собака! Собака! Нет, 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 нет! Ху! Спрятался! Так! Я не знаю, куда я выдвигаюсь, я не знаю, куда я иду, я не знаю, где мне еще нужно будет прятаться, но я вижу, тут какой-то есть выход. В смысле? В смысле? Так, тихонечко, Антоха. Антоха, Антошка, Антошечка, мой любименький. Нет! Да я слышал то, что он топал, но я как бы не... Собака-то так... Так я давно не обсирался. Я вам скажу честно. Да в смысле? Там... Там же выход был! Там же выход! Я зашел в дверь, и как он меня убил, как он меня напугал! Так, все, уйди, пожалуйста, уйди. Это он стоит? Да, это он стоял. Сейчас типа он ушел, да? Я надеюсь. Да, типа он ушел. Типа он ушел, но на самом деле мы-то знаем, то, что он не ушел. Ага. Ну смотрите, там же подсвечивается. Подсвечивается выход. По логике вещей я могу через этот выход выбраться, да? Вот смотрите, есть выход, да? Я, конечно, прям туда бежать не буду. Я сначала спрячусь под машину. Сейчас, когда Антошка убежит... Топает. Вы только послушайте, он топает, топает. Я опять пойду в этот выход, но я уверен, что он меня опять там словит. В смысле? Фу. Лифт! 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 Пожалуйста! Пожалуйста, откройте двери! Нет. А я могу... А, я могу это под... Ага, зашибись. Зашибись. Зашибись просто. Ёперас! Так, тут есть Лингман, поговорить с чуваком. Давайте поговорим. Я даже не знаю, кто это, но давайте мы с ним поговорим. Я могу его оставить и могу с ним поговорить. Ты, чувак, с тобой... Чувак, с тобой все нормально, на тебе только трех... Трехтонновая машина на тебе лежит, и все, с тобой все нормально, ты живой? Нет! Нет, 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 нет! А да какой ты шустрый, вы только на него посмотрите! Как он быстро бегает! А я даже не знаю, где мне прятаться! Ну шо ты, где, Антоха? Я тебя жду! Кто-то топает или мне кажется? Так, сюда я выйти не могу. Ну где ты, зараза такая? Где ты? У меня такой вопрос, Антоха. Нету Антохи. Сейчас придет.
Сейчас оттуда выбежит наш Антошка, когда я буду тут блоки эти разгружать. И я не понимаю, как мне туда пройти. Нет! 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 Опа! Я не знаю, как я это сделал, но я это сделал. Так. Там Антоха! Там уже... Антоха, ты что, взорвался? Подождите, а я могу еще выше забраться? Да, я вроде еще выше могу. Так, тут все закрыто. Мы опять на крышу, да, поднимаемся? Или мы просто с канализации поднимаемся? Так, до такого уровня... Полиция, это не за мной, я Антоху не убивал. Это он, маньяк! Это он Майнкрафтера хотел убить! Сейчас сзади меня кто-то наки... В смысле, не прыгай, не прыгай. Не надо прыгать. Я как понимаю, что ты сумасшедший. Успокойтесь, пожалуйста. Пф, пф, не прыгайте. Кто-то поможет тебе. И... В смысле? Я в тюрьме? То есть меня еще и посадили, да? Он потерял свой рассудок. Он потерял. Он подвигал опасности всех своих окружающих. Страшная, страшная карта, но все же я даже не думал то, что я смогу ее пройти за вот эту серию. Потому что вот этот Антох, который вначале меня убивал каждые 20 секунд. Ох! Настрадался я из-за него. Но, ребята, мне кажется, то, что... Как я уже сказал в начале этой серии, если вы хотите продолжение, то ставьте обязательно огромный палец вверх, если вам нравятся хорроры, если вам нравится, как я пугаюсь. Поэтому, ребята, 15 тысяч лайков, сразу же выходит новая серия, я вам обещаю. Новая серия, новая карта, новый хоррор. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.